спицу мы берем в левую руку. Спицу нужно поставить горизонтально, потому что если вы начнете наносить на нее стекло, оно, стекло просто потечет к вашей руке. Видите, движение руками требует развития двух полушарий мозга, потому что движения разные абсолютно, и нужно следить за обеими руками. Просто мотайте, не пытайтесь сделать какие-то определенные вещи. Дайте ей просто лечь, пускай будет такое, сумбур такой, типа гнезда. Со стороны это выглядело гораздо проще. Поэтому я и дала вам попробовать, чтобы вы поняли, с чем я имею дело. Наверное. И еще у нас есть такие замечательные всякие крошечки, в которые можно все это макать. Это как ленивые вареники. Авторская работа. Да, пусть она будет очень красивая. И уберем это материал. Ожидала, что будет гораздо проще. А буквально струна секунды не проходит, она снова застывает, и рука забывает, нет-нет, и забывает вращать эту бусину, и нужно постоянно быть начеку.